А это самый красивый планшетный компьютер в своем роде. Встречайте, премьера на телеканале Shop & Show в рубрике «Электроника». Ирбис. Итак, друзья, по цене мобильного телефона вы получаете дизайнерский планшетный компьютер. Посмотрите, какие тонкие грани, какие агрессивные линии, как здорово он выглядит, как космическое какое-то приспособление, как какой-то космический корабль, друзья мои. Прямо сейчас я рекомендую вам вместе со мной познакомиться с этим планшетным компьютером Ирбис. Но сразу хочу сказать, есть подарки. Вот этот самый подарок, друзья, от производителя. Антивирус Касперский и навигатор Navitel, который может работать без интернета. Даже без интернета он найдет вас, потому что есть связь со спутником, с космосом. И вы безо всяких проблем сможете проложить верный путь. Вы всегда надежно защищены. Так, мы распаковали прямо сейчас вот этот компьютер наш планшет. Взгляните на него. Посмотрите, друзья, на него, насколько здорово он смотрится, насколько эффектно он выглядит. Это же настоящее чудо. Вы посмотрите, как он переливается. Это 8 качественных, надежных устройств в одном планшетном компактном компьютере. Итак, это и ваш карманный кинотеатр. Это и ваш надежный, верный помощник в любых проблемах, в любых вопросах. Также, друзья мои, это тоже, я считаю, очень важно. Это ваш мобильный телефон. Тут 2 сим-карты помещаются сразу. Одну сим-карту вы можете использовать в качестве, например, мобильные связи, то есть просто как свой мобильный телефон для звонков недорогих, а вторую сим-карту для очень выгодного путешествия в интернете, чтобы интернет был для вас максимально доступным по цене. Итак, звоните, заказывайте прямо сейчас. Хороший, надежный, современный и стильный планшетный компьютер Ирбис. Такого дизайна я еще не встречал никогда. Никогда еще я не встречал такого яркого и стильного дизайна. Звоните, друзья, звоните. Есть возможность прямо сейчас заказать. Заказать и еще получить подарки, друзья. Получить подарки. Я вам сейчас покажу, какие подарки. Вот наш планшет, а вот наш подарок, друзья. Какой подарок? Это потрясающий чехол, сумочка из эко-кожи. Как это работает, я вам покажу. Смотрите, опускаем сюда наш планшетный компьютер. Липуном фиксируем, переворачиваем, трясем. Ничего не выскакивает. Дальше открываем, тянем, и появляется наш планшетный компьютер. Друзья мои, выглядит очень симпатично. Итак, прямо сейчас я вам продемонстрирую все возможности нашего планшетного компьютера. Итак, друзья, посмотрите, насколько качественный, насколько здесь мощная производительность у нашего компьютера, насколько яркий у него дизайн, насколько симпатичная и подходящая для него, идеально подходящая для него сумка. Звоните и заказывайте, друзья, есть возможность. Только во время прямого эфира сумка будет для вас абсолютно бесплатной, друзья мои. Будет абсолютно бесплатный. Вам достаточно прямо сейчас позвонить в студию прямого эфира, друзья, и заказать этот надежный, современный и качественный планшетный компьютер. Друзья мои, звоните и заказывайте его. Звоните и заказывайте его сейчас. Итак, друзья мои, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что у нас происходит с ним. Я запустил у нас тут специальное приложение, называется SPB TV. Вот он. Это приложение позволяет нам смотреть прямой телевизионный эфир. Итак, вот картинка, вот качество изображения, можно добавить еще и звук. Слышите? Вы слышите, какой громкий динамик? Друзья, очень громкий динамик, друзья мои. Просто невероятный дизайн. Здорово смотрится, здорово выглядит. Мне лично он нравится, мне лично он импонирует. И что еще я могу сказать? Он выглядит современно, он выглядит стильно, он выглядит надежно и актуально. Итак, друзья, Ирбис – это наш сегодняшний хит. Звоните прямо сейчас. Звоните прямо сейчас и заказывайте. Заказывайте планшетный компьютер по невероятно доступной цене. По невероятно доступной цене. Вы, друзья мои, можете прямо сейчас заказать этот качественный, надежный планшетный компьютер и получите еще и сумочку в подарок. Сумочку в подарок и доставку еще бесплатную. Цена минимальная, друзья.
Давайте я вам покажу, что еще здесь у нас есть. Что у нас есть? А у нас здесь огромное количество различных приложений, различных устройств, различных нужных, действительно нужных и современных полезных, ну, будем говорить так, примочек. Вот я вам говорил Navitel. Navitel здесь есть. Navitel есть. Мы за считанные секунды загружаем все карты, и мы можем получить безо всяких проблем доступ к этим картам. Что это значит? У нас связь со спутником есть всегда. А доступ к хорошему интернету, ну, не всегда. Это, я думаю, и так прекрасно ясно. В чем нюанс? Вы всегда будете на связи с космосом, то есть ваше местоположение будет всегда определено. При этом карты будут загружаться из памяти, а не из интернета, из памяти вашего планшетного компьютера. Звоните прямо сейчас. Всего 4999 рублей, друзья. Это же минимальная цена. Вы видите сами, это цена обычного мобильного телефона, друзья. Мобильный телефон по минимальной цене. Только это еще и не просто мобильный телефон. Друзья мои, это еще и ваш карманный телевизор. Это же еще и ваш кинотеатр, и музыкальный центр, и Word, кстати, тут тоже есть, напоминаю вам на секундочку. Все, что угодно. Все, что угодно. Друзья, пользуйтесь с удовольствием, с огромным удовольствием. Есть даже расписание электричек. То есть вы можете посмотреть, какие электрички в ближайшее время придут, чтобы вам не стоять долго на остановке, не ожидать лишнее время. Опять же, расписание, все изменения в расписании здесь есть. Можно даже цены посмотреть, друзья. Это тоже, согласитесь, удобно. Вводим пункт отправки и пункт назначения. Все идеально, и тут же получаем расписание. Напоминаю, что можно будет общаться с родными, с близкими и с друзьями, где бы они ни находились, где бы вы ни находились, даже на колоссально большом расстоянии вы сможете увидеть друг друга, а не просто услышать, как это было раньше на мобильном телефоне. Убавлю сейчас громкость, потому что громкость тут вообще феноменальная. Очень мощный динамик. Посмотрите, какое качество изображения. Посмотрите, какая картинка четкая. Посмотрите, какие цвета яркие, сочные, невероятно сочные цвета у нашего невероятно доступного и стильного планшетного компьютера. Всего 4999 рублей. Вот кто бы мог подумать, что по цене мобильного телефона мы можем получить настоящий компьютер, портативный компьютер очень небольших размеров, очень небольших габаритов. Друзья, взгляните, ну чудо же, ну чудо настоящее.